Всем привет, друзья, подписчики моего канала Lego Stars. В сегодняшнем видеообзоре я хочу собрать эти два блистер-пака, ну а вы насладитесь их сборкой в ускоренном режиме. Что ж, погнали! We'll be right back.
Итак, вот такой у нас сегодня необычный видеообзор на сборку двух блистер-паков под названием 405-58 сувенирного набора с клонами. К сожалению, всего тремя. Но, тем не менее, ждите от меня подробного обзора, хоть и я уже не первый, кто сделает видеообзор на данный набор. Но, тем не менее, мне также очень хочется поразглядывать их, поэтому подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, комментируйте, если хотите больше таких экспериментальных и необычных видеообзоров на сборку таких вот разных наборов от Лего и Звездные войны, и вообще в целом от Лего. До новых встреч, друзья, и еще обязательно услышимся.